Всем привет! Как я и говорила, что я хочу снять видео на тему природных материалов. Сейчас рано утром, я решила, пока дочка в школе, я поеду, собираю материалы, заодно немного сниму. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной, и я вам покажу все места моего города, где есть шишки, желуди и каштаны. Я сегодня поеду на самокате, это удобнее сейчас, чем на велосипеде, и с собой беру вот такую сумку, это из магазина Fix Price. Кстати, шопер, который я делала, я хотела делать тогда именно что-то в подобном стиле. И внутри у меня секатор, так, очки и много разных пакетиков. Ну и первое место, это где растут шишки желтой сосны и растут самые простые шишки. Вот это вот простая сосна. А вот это желтая сосна, они отличаются. И это место находится, в принципе, в километре от моего дома, потому что вот там я живу, и вот, очень близко. Вот, вот это шишки самой простой сосны. И если вы будете срывать вот такие зеленые шишки, которые еще не раскрылись, но это испорченная шишка, то есть шанс того, что она у вас не раскроется и останется зеленой. Вот, вот эти. А вот это уже раскроется. И сейчас покажу шишки желтой сосны. Она, кстати, очень отличается. Сейчас будет осень, точнее, уже осень. И сами иголочки начнут желтеть. Здесь шишки очень здорово растут. Вот таким образом. Это, кстати, прошлогодние шишки, а вот это уже новенькие. Прошлогодние на сосне всегда коричневого цвета. И именно шишки желтой сосны, они дико колючие. Что-то нету ни одной пока раскрытой, еще не пораскрывались. Конечно, в таком виде они очень красивые, но... быстрее всего именно вот эти уже большие шишки, если сорвать, то... они не раскроются. Кстати, сорвать их тоже не так легко. Потому что колючки, колючки. Когда собирают такие шишки, их нужно выкручивать, чтобы не повредить ничего. А, вот, есть немного раскрытых. Это прошлогодние, потому что они уже темные. Вот так оно выглядит. Очень красивые шишки, но очень колючие. Тоже есть как больше размера, так и меньше. И здесь, на этом месте, вот очень много. Вот там много таких сосен, здесь. Поэтому эти шишки я собираю рядышком возле дома. Я все-таки взяла одну закрытую шишку зеленую. Посмотрю, раскроется она или нет. И несколько таких раскрытых. У меня эти шишки еще дома есть, поэтому сейчас я их себе собирать не буду. У нас на набережной посадили вот такие маленькие сосны. В интернете писали, что сажали кедровую сосну, что-то еще. Я ничего подобного здесь не нашла. Но вот эта сосна, за ней я наблюдаю уже очень много времени. Их тут даже несколько. За ихними шишками. И, на мой взгляд, по-моему, это веймутова сосна. А еще что я заметила, тоже посмотрела, что у них иголочки разного цвета. Одни зеленые, а вторые как будто бы голубые, бирюзовые. И, конечно же, длинные. То, чем они, в принципе, и отличаются от обычной сосны. Утро, тишина, никого почти нету. Как бы себя заставить всегда вставать рано утром, а не завел ребенка в школу и опять лег спать в кровать. Место, куда я подъезжаю, это Брестская крепость. Там тоже много всего интересного, и никто вам не запрещает прийти и аккуратно с земли собрать шишки.
я это делаю уже очень-очень много лет, и как бы меня ни разу за это не наказывали, потому что очень многих интересовало, можно ли так просто в городе собирать шишки. Ну да, дворники их потом все равно убирают, и чтобы они не валялись, ничего не портили. Так что это не страшно. Главное, не ломайте ветки и не срывайте шишки с самих веток, чтобы ничего не портить. С одной из сторон растут елки. Вот это обычная елка, вот это канадская ель. И всегда на ней было шишек очень много. Может, еще просто не все попадали. Пока что я собрала совсем чуть-чуть. Вот это шишки канадской ели. Ой, упала. Очень классно смотрится в работах, но они сами по себе хрупкие шишки. Поэтому если их сжимать, их можно поломать. И вот тут тоже, сейчас покажу, там еще одно дерево, которое те, кто находится в Бресте, всегда спрашивают у меня, но никто почти не обращает внимания. Вот сбоку, вот, вот это лиственница. Но никто этого почему-то не знает. То ли очень мало человек туда ходит. Ну и вот она, лиственница. Она, кстати, есть тоже немного разная. Есть как будто бы более подкрученные сами лепесточки, чешуйки. Вот я смотрю на них, и это вот розочки. Очень люблю эти шишки, но я обычно собираю их далеко от своего дома. Вот, я уже внутри самой крепости, и здесь тоже очень много шишек. Вот канадская ель, каштаны. И туда каштаны. И вот смотрите, сколько вот там шишек. Сейчас я туда ближе подойду. Ну вот, они здесь есть как на земле очень много, так же и тут. Как же это красиво. Напомню, это шишки канадской ели. Кстати, первое, чем отличается канадская ель от обычной елки, это вот такие маленькие колючки, которые на ней есть. Они где более голубые, где более зеленые. А у обычной ели они зеленые и длинные. Кстати, посмотрите, как нагрызли белки шишки. Я думала, почему здесь такое темное пятно. Оказывается, это все работа белок. Нагрызли, капец как. Прям букет получился. Возьму несколько штук, посмотрим, может, куда-нибудь их применю. А, есть шанс того, что сверху они еще сильно раскроются, так как они все-таки влажные. Ну, посмотрим. Сейчас я вам покажу сосну, которая мне очень сильно нравится. По многим, кто говорили, это японская сосна, но я могу ошибаться, потому что все-таки настоящего названия я не знаю, и все-таки разновидностей настолько огромное количество, что все запомнить просто невозможно. Ну вот и она. Даже тут у нас две их растет. Их тоже посадили не так давно. Они не всегда тут были. Но очень красивые шишки. Они отличаются от шишек обычной сосны. Видите, у них тоже очень много смолы. Если для коллекции, у меня в коллекции есть две штучки, это хорошо. Как бы в коллекции не важно, шишка со смолой или нет, но для работы, конечно, это очень важно.
Как вы можете заметить, сами иголочки разноцветные, очень красивые. Так что вот такие сосны, это, конечно, только для красоты. По дороге я нашла дуб, сразу выезжая с крепости. И здесь очень красивые каштаны. Желуди попадают. Но они уже многие без шляпки. Но именно вот эти желуди, они меньше всего трескаются. Обращайте внимание на листья. Если листья разные, есть круглые, есть острые, то и желуди на них будут разные. Кстати, вот там вот, вот это дерево, на нем уже совершенно другие листья. Они круглые. И сразу же другие желуди. А уже под другим дубом желуди похожи на орешки. Ну, на сегодня все. Я поехала сейчас домой, потому что мне скоро забирать ребенка. Сегодня вот так в сумке. Сейчас домой. И завтра буду продолжать, потому что погода пока хорошая. Да. А магазин в другой стороне. Всем привет. Сегодня у нас похолодало. Я тоже хочу собрать немножко, наверное, шишек. Приехала в лес, который находится тоже недалеко от моего дома, буквально в 3 километрах. Заодно сейчас сниму подводку к видео и немножко соберу материалов. Так что тоже сейчас покажу, что здесь есть. Насчет сосновых шишек, самых простых сосновых шишек, собираю тоже в лесу. И никогда шишки именно сосновые не покупала. Сейчас где-нибудь здесь запишу видео. Наверное, вот в этом месте здесь очень красивый свет. Кому интересно, видео я записываю вот таким образом. Вожу с собой штатив, фотоаппарат и микрофон. Без микрофона очень плохо слышно. И все управляю через телефон. Здесь включаю Wi-Fi, подключаю телефон и могу управлять сама. Потому что для меня это, конечно, очень удобно. Я для работы люблю собирать именно сосновые шишки маленькие. Что-то типа вот таких. Большие нет, потому что большие не особо добавишь в новогодние елочки, в какие-то топиари, потому что ну, они будут очень сильно выделяться по сравнению с другими материалами. Поэтому беру маленькие, но что-то здесь не совсем-то их и много. Ну, что есть, если что, будем обрезать. Маленькие шишки, это, конечно, здорово, но посмотрите, какие я нашла. Большие. Красивые. Тут в лесу тоже есть дубы, у них всех острые листья. Здесь есть. Вот сколько орешек, орешки валяются. Каждый раз, когда я их собираю, у меня такое чувство, что это все, весь разный вид. Потому что они между собой совершенно отличаются. Кажется, вроде бы форма одинаковая, но какие-то они все разные. Надо ехать с ведрами. Вот так. Это на сегодня. Малыши вообще. Парочка шишек. Кстати, вот в этом лесу тоже есть вереск. Сейчас я вам его покажу. Из него я тоже делала веночки. А вот и оно. Он уже отцвел. Мне нравится с ним работать. Единственное, да, он со временем начинает опадать. И от этого никуда не деться. Но в работах тоже смотрится очень красиво и остается вот таким долго.
прошлого года у меня веночек висел несколько месяцев. Потом я все-таки его выкинула, потому что как ни крути, это сухоцвет. О, и тут дуб. Тех, кто из Бреста или, возможно, из Беларуси, вы бываете в Бресте, в той стороне получается парк воинов-интернационалистов. И прямо за парком вот этот лес. Находится в самом городе, никуда за город ехать не нужно. И здесь много дубов. Короче, мне нужно отсюда прогонять домой. Скоро уже ребенка забирать со школы, а я все еще хожу и нашла. В этом месте очень много дубов. Хочется зайти под каждый, посмотреть, какие там желуди. Но так нельзя, надо ехать. Мне надо сзади палкой погонять, чтобы я выходила отсюда. И знаете, пока ходила, мне захотелось очень сильно в лес за грибами. Завтра суббота, может, уговорю кого-нибудь дома съездить. Прям очень хочется в лес. Погулять так полдня. Кстати, как я вам говорила, что большие желуди растут именно астролистный дуб. Еще его называют красным, по той причине, что реально у него листья становятся красные. Не желтые, а именно красные. Уже начали здесь краснеть. По сравнению, они просто какие-то огромные. Потому что те, которые я собирала до, они были в раза два меньше. А именно у красного дуба они огромные. Надеюсь, меня будет слышно. Это наша улица с каштанами. Бульвар Космонавтов. И здесь полностью растут каштаны. Здесь только вначале какие-то еще другие деревья. Ну и вот, сейчас покажу, что я люблю от каштанов собирать. Это ихнюю шелуху. Так называется. Кожура, короче, каштана. Вот этот уже подвысохший, сейчас пособираю. А вот эти вот влажные, они начинают темнеть. Вот вы собираете зеленый, и дома начинает высыхать, превращается вот в такой. А уколется. Мне кажется, что смотрятся они очень интересно в работах. Ну, а сами каштаны. Вот каштаны. Я приехала к нашему парку, это парк 1 мая, и очень часто мне с Бреста пишут: «Алена, где можно найти шишки-лиственницы?» Все ходят через главный вход в парк, но никто не замечает, что здесь растут те самые лиственницы. Несколько штук с этой стороны, несколько штук с этой стороны. Так что вот, в парке растут дубы, на которых длинные желуди. И я себе в прошлый раз рвала. Хотела сегодня еще немножечко собрать, но, как вы видите, навели порядок. Поэтому валяется всего лишь пару штук. Так что за природными материалами приходится еще и погоняться. А вот по дороге нашла еще один дуб. Вот здесь они все ломаные. И выбирать нужно нужное, так сказать. Находится сразу возле карусельки. Ну и вот, это были почти все места моего города, потому что мне кажется, что если я начну сейчас снимать дальше и дальше, мое видео превратится просто в бесконечное
ну, больше, явно больше, чем полчаса. Мне кажется, это будет смотреть очень долго. Так вот, обратите внимание в своем городе именно на парки. Именно на какие-то маленькие парки, не только центральные, но, возможно, где-то какие-то маленькие рядом, возле вашего дома. У меня даже за домом, кстати, растет дуб, о котором раньше я не знала, а последние несколько лет оказалось, что там даже желуди есть. Поэтому, если вы будете обращать внимание на те деревья, которые растут вокруг вас, вы обязательно найдете для себя что-то интересное. Часто я, как человек, который люблю очень природные материалы, я слышу такое, что зачем это надо, зачем ты занимаешься ерундой, кому это надо, мне это надо. В первую очередь, если вам это нравится, занимайтесь. А там уже не нравится, до свидания, не обращайте ни на кого внимания. По поводу сушки материалов, я сушу естественным путем. Мне, в принципе, это нравится. Делаю я это в обычных коробках, каких-то, на каких-то подносах, просто на столе. Я выкладываю желуди, каштаны, шишки, еще что-то. И таким образом они у меня лежат, может, неделю, две, три. Все в зависимости от того, насколько они влажные. Конечно, я люблю использовать материалы прошлогодние, таким образом я уверена, что они идеально высушены. Хранятся природные материалы очень-очень долго. Недавно меня спрашивали насчет того, сколько хранятся желуди. Ну, у меня в работе, это была моя одна из первых работ, это уже лет 7 именно из природных материалов, и она хранится вот 7 лет, и с ней ничего не случилось. Если она у вас хорошо высушена, если вы посмотрели, чтобы у вас не было там никаких жучков, червячков, ваша работа будет служить вам очень-очень долго и радовать. Если же вы их используете неправильно, точнее, вы их сушите неправильно, вам хочется сразу, вот вы насобирали, вам хочется сразу же сделать работу, так не работает это все, потому что у вас пойдет плесень. Это первое, потому что материалы влажные. Второе, оно начнет все отваливаться, потому что влажные материалы и термоклей между собой, ну, как-то не очень дружат, и начнет все сжиматься. На примере каштана, в принципе, с желудями точно так же. Когда он хорошенький такой, он весь гладкий, красивый. Когда он начинает высыхать, влага с него выходит, он начинает сжиматься. И вы представьте, вы приклеили влажный материал, влажный каштан на свою работу. В работе он начинает высыхать, сжиматься, и тем самым он начинает отваливаться, потому что термоклей просто-напросто не выдерживает. Поэтому самое важное в работах с такими материалами – это хорошо-хорошо их высушить. Тогда ваша работа не будет разваливаться. Тогда ваша работа будет служить долго, на ней не будет появляться ни плесень, ни жучки. По поводу жучков, это, наверное, вечная проблема. Мне недавно написали, что хорошо именно хранить материалы рядом с такие пластинки, по-моему, для моли. По-моему, для моли мне писали. Я не пробовала, у меня как такового моли нигде не заводилось, кроме как в каштанах. Это была какая-то беда, я тогда закрыла коробку, и каким-то образом оно там все начало разводиться. Поэтому сейчас я очень тщательно проверяю материалы и не храню их в закрытых банках, коробках. Стараюсь, чтобы хоть как-то что-то туда попадал в воздух. Если это пластиковые коробочки, то я делаю несколько дырочек, чтобы туда заходил воздух и там не появлялась плесень. Так, что еще я хотела сказать? Ну продолжу еще по поводу сушки. Еще спрашивали, меня уточняли, сушу ли я в духовке или нет. Хочу сказать именно насчет духовки. Вы можете их сушить в духовом шкафу, но, допустим, у меня бывало такое, что, видимо, неправильно где-то настраиваешь температуру, надо на самый маленький огонь, чтобы там было немножко тепло. У меня материалы темнели, и шишки часто получались не коричневые, такого, как они, красивого цвета, а превращались в черные. Короче, так как я не умею печь булки, точно так же я не умею сушить природные материалы именно в духовом шкафу. Я когда-то сушила, даже, кстати, показывала вам видео насчет того, что сушила шишки в духовке, но не знаю. Мне почему-то кажется, возможно, я ошибаюсь. Мне кажется, что они становятся более хрупкие. Не знаю, с чем это связано. Может, просто за счет того, что я привыкла это делать так, у себя на столе, ждать, долго ждать. Терпение мое никогда не заканчивается. Долго ждать, пока оно высохнет, и все на этом. Не знаю, может, это какие-то мои личные тараканы в голове. Насчет жучков-червячков я еще не сказала. Чтобы от них избавиться, работу положите в морозилку.
Ну, конечно, готовую работу туда класть не хочется, но бывают моменты, бывают ситуации. Вот мне девушка недавно писала, что у нее на новогоднем веночке завелись. Не знаю, кстати, избавилась она или нет, но я тоже посоветовала положить ее в морозилку. Возможно, сработает. Но это мне очень часто пишут, что именно кладут материалы в морозилку или же в духовку. И там они... Короче, работает. Я сама не пробовала, у меня как бы очень мало ситуаций было, когда у меня заведутся какие-то жучки и червячки. Поэтому вот так вот. Ну и, наверное, все, я буду с вами прощаться. На следующей неделе я покажу еще несколько осенних мастер-классов, над которыми я сейчас работаю. Ну и сегодня у меня было такое разговорно-развлекательное видео. Я просто показала места своего города. Решила с вами немножко поделиться. Так что, если вам нравятся такие видео, ставьте обязательно лайк, пишите комментарии. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Ну а мы увидимся с вами уже на следующей неделе. Пока-пока!